И к другим темам. В Семее спустя почти сутки удалось возобновить работу на ТЭЦ-1. Ремонтные работы по замене электрических кабелей производили порядка 40 специалистов. На данный момент идет постепенное увеличение параметров подачи тепла абонентам. Также восстановлены работы транспортерной системы подачи твердого топлива в котлоагрегаты. Личный состав воинских частей убыл на места постоянной дислокации. Отмечу, с 10 утра более 100 спасателей и военнослужащих бесперебойно в ручном режиме загрузили в котлы более 34 тонн угля. Напомню, в ночь на 15 декабря из-за аварии на ТЭЦ-1 в домах 23 тысяч абонентов семьи снизились параметры тепла.